Отель «Альбатрос Лагуна Виста» находится в Шарм-эль-Шейхе, буквально 15 минут езды от аэропорта, регион Напка. Отель был открыт 1,5 года назад после полнейшей 100% реконструкции. То есть мы видим такой вот современный стильный светлый холл, абсолютно новая мебель. Все мы видим такое чистенькое, аккуратненькое, ковролинчик, все стильно. Цветочки у нас на входе, с левой стороны у нас идет стойка регистрации. Заселение в отеле происходит при наличии свободных мест сразу. С правой стороны от ресепшн у нас находится бар с напитками. Здесь тоже вся мебель новая. Опять запах кофе просто очарующий, потому что кофе здесь готовят из кофемашины, а не из кофеавтомата. Есть вот такие вот уютные зоны для отдыха. Тоже мебель вся абсолютно новая. Видите, все чистенько, ни подтеков, ничего. Цветочки, красота. Ковролин, приятная такая атмосфера. В заказе напитка в баре. Подходите, говорите, что вы будете. И, пожалуйста, вам официанты все приносят. Все подается вот такой в стеклянной посуде. Все красиво и аккуратненько. И самое главное, вкусно, мама. Рядом с ресепшн у нас есть Golden Buddha Bar, работает он с 9 вечера до полуночи. Вот такая лаунж-обстановочка, здесь можно отдохнуть в вечернее время, потусить, здесь же есть бар. Классно, стильно, новая абсолютно мебель, уютная обстановочка. Такой вот вид открывается у нас при выходе с ресепшена. Вид с террасы на территорию отеля, то есть большое количество бассейнов, огромное количество бассейнов. До моря прям рукой подать. Единственный такой нюанс, в отеле нету никакого аквапарка, ничего в перспективе планируется на второй линии, но пока на данный момент нету. Огромное количество баров, напитки. Из алкогольных напитков только местный алкоголь. А лучшие цены на туры вы найдете на нашем сайте touragent63.ru. Тут же вы можете оставить свою заявку на подбор тура, написав свое имя и номер телефона. И мы свяжемся с вами в ближайшее время и подберем для вас лучший вариант. Также вы можете написать нам на Viber или WhatsApp по номеру телефона, указанному внизу экрана. Номер категории семейный. Альбатрос Лагуна Виста, смотрите. Новый абсолютный ремонт с традиционной подсветочкой. Вся у нас косметика, все принадлежности. Вот он, обычный стильный душ, традиционный в Альбатросе, полотенчики все. Здесь мы видим большую гардеробную. Здесь у нас видно гостиная. То есть номер предназначен для размещения 4 плюс 2, 4 взрослых. Еще одна ванная комната и еще одна спальная комната. То есть до 6 человек размещает. Абсолютно все новое, большая плазма. Смотрите, если мы выходим с вами на террасу, такая большая у нас терраса с плетеной мебелью. И открывается такой волшебный, замечательный вид на территорию, на бассейны. И до моря тут буквально прям рукой подать. Номер категории бунгало. 45 квадратных метров. Приходим и видим также традиционно большую ванную комнату. Душевая кабина очень большая. Смотрите, большая гардеробная. Халаты, тапочки у нас идут под запрос. Смотрите, какая огромная. Здесь 2 плюс 2 можно размещаться. Большая плазма. И выход также у нас есть на террасу, на территорию отеля. Есть своя плетеная мебель. Всего в отеле у нас 12 бассейнов. Из них 2 на улице подогреваются в зимний период времени. Один крытый, который находится у нас в спа. Посещение тренажера у нас бесплатно. В спа-центре у нас посещение только бассейна бесплатно и джакузи. Остальные спа-процедуры у нас абсолютно платные. Возле бассейнов у нас стоят такие новенькие шезлонги. Водичка. Ну, как правило, водичка прям такая, я бы сказал, даже горячая.
реально около 30 градусов, то есть очень классно, комфортно купаться. Есть большие такие кабаны, как во всех альбатросах, вот мы видим прямо, там они закрыты от ветра, здесь хорошо, вот сегодня ветер, а здесь прям хорошо можно лежать, загорать сегодня нет, у нас солнце, и народ кайфует, лежит. Вон еще бассейны, то есть основные здания и вот такие вот у нас бунгало. Вот это мы видим номера категории Junior Suite, они все идут с видом на море. Вот мы вышли на пляжную зону, то есть есть пляж, с другой стороны у нас бассейны. Здесь вот идет снэк-бар, который работает у нас с обеда до вечера. Здесь можно перекусить. Бассейн подогреваемый. Бассейн же здесь есть подогреваемый, пожалуйста, у нас. На территории пляжа у нас проводится анимация, волейбол, футбол, дайвинг-центр. Кайт-станция, есть свой небольшой понтон. Понтон, правда, всего лишь 250 метров, но до кораллов он не достает. То есть там можно покупаться, но до кораллов мы не дойдем. До кораллов надо еще 500 метров дальше идти. С вами подошли на пляж. На пляжу мы видим шезлонги такие крепкие, деревянные, такие классные вот мягкие постилашечки. Пляж у нас, скажем так, он как бы не совсем песчаный, а больше такое жесткое покрытие. Вот сейчас мы видим в данный момент отлив. И вот он понтон отеля, буквально 250 метров. И мы видим справа-слева, там вот прям есть ступеньки, спускаешься, и там можно спокойно поплавать уже по грудь для взрослого человека, даже во время отлива. К лету обещают построить понтон до конца, 800 метров, уже до кораллового рифа, и туда планируют потом уже запустить уже электрокары, чтобы можно было возить гостей отеля. Все заграждено от ветра. Сегодня вот ветреный день, но при этом очень комфортно и не сильно, скажем так, задувает. Хоть и отель находится в регионе Напка, скажем так, в ветреном районе. На территории отеля у нас работает бесплатно 4 ресторана. Итальянский, там средиземноморский, восточный, основной. Еще есть один ресторан а-ля карт. Вот они находятся, все у нас рестораны. То есть посещение их абсолютно бесплатно, выбирайте себе любой. Вот такой вот вид открывается на территорию, на бассейны. Система All-Inclusive работает с утра и до 24 часов. После 24 часов напитки в барах идут за отдельную плату. В течение дня проводится различная анимация. Это, соответственно, там боча, дартс, йога. То есть достаточно такая активная. В вечернее время анимация проводится сейчас у нас в зале, внутри. Вот. Там также приглашают артистов. Итак, друзья, подводя итоги пребывание в отеле Альбатрос Лагуна Аквависта. Хочу сказать, что это новый современный стильный отель, принадлежит сети Альбатрос. Это говорит о том, что здесь все новое, все качественное, хороший сервис, внимательный обслуживающий персонал. Это качественная кухня. Как говорится, мясо, рыба, курица, все есть. Есть разнообразие кухонь. Но, наверное, нюанс какой, здесь нету горок. По пляжу есть определенные нюансы, но при этом 200 метров, и мы можем купаться по грудь без проблем. Народу немного, есть куда выйти за территорию, есть ночной клуб, который находится вот прямо рядом при выходе за пляж, Hard Rock. Плюс можно съездить еще какие-то ночные клубы и так далее. То есть в целом данный отель по данной ценовой категории можно смело рекомендовать.